Что, друзья, погнали? Вот она карточка, видите? Бен Уоллес против Глена Дэвиса. Он так корчит рожу. У нас два Леброна Джеймса, динамический против нединамического. Отличаются они наличием повязки. У динамического повязка есть, у нединамического нет. У нас жесткий донатер вообще играет. Кевин Дюрант у него есть. Я тоже, кстати, Кевина Дюранта хочу безумно. Кайри Ивинг против Майкла Джордана. Ну и там борода, скорее всего. Да, и борода. Ну то есть лютый донатер вообще. Просто лютый донатер. Так, вот так вот мы сделаем. Джеймс. На лавке у него тоже, ребят, Деандре Джордан, Энтони, Пол Джордж, Рэй Аллен, такой же, как у меня, Чонси Биллапс, 88 оверал, Клей Томпсон, Блейк Гриффин. В общем, просто жесть. Я в шоке от его команды, если честно. Ты его выиграл уже? Не факт. Литовец-то? Ну, может быть. Сейчас посмотрим. Но я, по-моему, если выигрывал его, то совсем, так сказать, ненамного. Controller settings, окей. Game stats, game plan, coaching sliders. У нас Залгрис. Так, Коши Слайдерс. Так, ребят, ну что, я, по-моему, играю домашний матч. Чаще всего это значит, что он хост. Будем надеяться, что это не так. Ну что, Бенни, Уоллес. Привет, Бенни. Мы играем белым мячиком, друзья. У нас презентация белого мяча начинается. Так, интересно, у него Дюрант на какой позиции играет? На тебе! Отлично. Юинг наказал. Вот это мужик вообще. Это я понимаю. Подождите, ребят, секунду. Бена Уоллеса не было? В смысле, Бен Уоллес... А, у него Бена Уоллеса не было. Видимо, он решил... Его тоже мучают отсутствие нормальных подборов. У меня прикольно, у меня белая команда, белый мячик. Все, ну, площадка в смысле. Ох ты, какой блокшот! Блин, он такой медленный, пипец. Новицкий такой медленный против Дюранта. Вот этим надо пользоваться ему. Если он не дурак, он будет этим пользоваться постоянно вообще просто. Following the shot by Patrick Ewing. Harden with it. Trying to find Durant. He's got it now. And two free throws coming up as he misses. Это бред, ребят. Там должна была быть чистая шляпа вообще. Просто чистейшая. В этой ситуации. And the second free throw, good. Here in the first, a little over a minute played so far. Clark, they've been struggling here on offense. Yeah, a little bit of cotton mouth here. Dry spell for sure. Here's Nowitzki. The fader. Nowitzki. Good. You know, not necessarily what you're looking for, but still able to convert. Mr. Harden. Поменение на обычный мяч. Это просто, ребят, исключение из правил. Естественно, я не буду этим мячиком играть. Я вообще продам его. Мне просто неинтересно вообще было хоть раз показать зрителям там.
Тут Новицкий сегодня не в ударе нифига. Карточка порешала в данном случае, на самом деле. Тяжело с ним играть, у него слишком, слишком хорошие игроки, слишком хорошая защита, соответственно. Вау, Уоллес что, попадал, что ли? Я думал, он вообще не попадал, он только сверху долбил и защищался. Уоллес, красавчик, смотрите, что сделал, а. Да елки-палки, Юинг уронил мяч, да вы шутите, что ли? Allen kicks to Ewing. Jordan the screen. Ewing dishes to Allen. Shot clock at five. And he hits the bucket. Что-то тяжело с ним играть, вообще тяжело. То ли я что-то как-то... Первая игра сегодня какая-то тяжелая. Правда, сплошные пик-н-роллы почти играют. Ну ладно. Durant's gone 2-3 from the floor. The drive by Jordan. No luck. Jordan. Ну хорош уже. No doubt it's been a bit of a struggle for him here in terms of score. Wow, that's a really smooth finish. That's why we and they always love seeing him at the end of those breaks. He makes it look fun and easy. Now here's Ewing. Юинг, братюня, ну на тебя вся надежда, блин. Ну-ка, Джеймс. На Джеймсе фолят, ну ладно. Yeah, it looked like it. I mean, he kind of slid underneath as he got to the spot, too. Fades away. Can you feel it? So the whistle blows on the shot and two free throws for the contact right there. A free throw drops for Dirk Nowitzki. Nowitzki. At the line number two. Nowitzki hits them both. Probably as close to a sure thing as you can have at the free throw line. It's 9 seconds separating the shot clock and game clock. In the corner, George with it. Anthony. Догерти как лох вообще сыграл какой-то последний. There's PG creating for a teammate. Terrific dime drop. Stoudemire dishes to Nowitzki. Back to Stoudemire. Pass to Nowitzki. Офигенно, конечно. Какой реализм, просто зашкаливающий какой-то. Как он мог там потерять мяч, вообще непонятно. Он у него там вылетел сам по себе, что ли? Так, давайте сейчас тогда посмотрим, кто там... А, мне сейчас не дадут, да? Ладно, начнем вторым составом. А потом поставим первый. Mighty Mouse. Красавчик. And it's Phillips in at the one spot. Hard to get that one off with the size difference there. That makes it a tough individual matchup for him, especially down low. Well, took on the big guys going in there and challenging them like he did. Да, с заменами они, конечно, жестко нафейлили в этом году. И ведь не уберут до конца года, по-любому. Ну, вот так вот, пожалуйста.
Nobody near Allen. Good, and the assist goes to James. Allen's got himself going with the triple, his first basket of the game. And he's going to get whistled for that foul, G. That was intentional, but not exactly logical. Значит, Джеймс устал жутко просто. Что, серьезно, сходу? Он обычно всегда ему надо постоять там маленько хотя бы. Он тут у него сходу Джордж забивает. На Джордане не фалят вообще сегодня. Я не знаю, как он это сделал, но у него никто не фалит на Джордане. Рэй Аллен сверху забивает. Это как такое вообще возможно? Что такое, что за Стаудмайер? Это Дэймон Стаудмайер. Он был, он играл раньше, чем Амари. Нет, он забивал, ребят, он забивал сверху. У меня не, я сказал, у меня ни разу не забивал сверху вообще. Но сколько я пытался им из-под кольца забивать, он ни разу не забил сверху вообще. Я не знаю, как это объяснить. Вообще, я тоже думал, что он должен это делать. Опять пик-н-ролльчик. Чувак, ну придумай что-нибудь другое. Ну, ну хватит уныния нам вот этого. Не надо. Ага, отлично просто. Корвер один абсолютно на периметре стоял, абсолютно один и не попал. Ну ты лошара вообще, Микантара просто. Это вообще невозможно просто, я не верю в это. Серьезно, ребят, ну как это возможно? Я все прочитал, я все знал, что он будет делать. Я все сыграл идеально в защите, но, к сожалению, он все равно забил. Плохой бросок, естественно. Tough start scoring the basketball, but they're starting to turn it around now. Yeah, it looks like they've gained a little bit of confidence as the lid has come off the hoop. Да ё-моё, ну сколько можно-то, блин! Чувак, блин, хорош Дюрант там нагибать. Это просто нереально как-то жестко. Он вообще против всей моей защиты просто всех там рвет под кольцом. Он все сопротивлением Дюрантом забил абсолютно. Ну только там надо как-то уже совесть, наверное, знать, нет? Ну неужели? Корвер лох вообще, капец, я его точно продам. Вот сейчас контракт и подзакончится, я вообще зря его взял. Я его хотел убрать из прохождения онлайна. И забыл просто. Я его только в доминацию оставлю, контракты подсожгу и продам. Он абсолютно какой-то бесполезный стал. Локшот Рэй Аллена. И еще Рэй Аллен отзащищался. Красавчик Рэй Аллен. Джеймс, нет, 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 нет. И видели? Блин, прилип Рэй Аллен. Прилип, к сожалению. Он там ближе всех на подбор был, но прилип. Блин, что за игра потная началась, а? Да не успел он там на защите, не успел. Я не знаю, как так получилось, что там рейтинг D дали броску, но он не успевал в защите. Видите, Юинг стал хорошо подбирать, на самом деле. Почему ты кидом не играешь? Ну, мне не нравится, мне очень не нравится его тайминг броска. Очень прям не нравится.
Слишком долгий. Вообще нереально для онлайна. Глупо сделали. У него в жизни такого долгого тайминга не было, как в этой игре. Они его сделали именно таким образом, они его бесполезным сделали. А, Новицкий просто сзади бежит, даже не попытался, по-моему, там блокшот поставить, если я не ошибаюсь. Плохой бросок, согласен, да. Я думал, что Леброн немножко ломанется там. Ай-яй-яй-яй. Ну ладно, нормально, 3 очка. Юинга под кольцо кто-нибудь продавливает? Ну, наверное, Деандре Джордан. Яо есть, но его пока ни у кого нет. Еще пока карточку Яо Мини не добавили, ну, так скажем, в принципе, в аукцион куда-то, в паки. А, что-то сегодня плохо играю, правда. Не знаю почему. Какой старт планирую? Джордан, Рэй, PG-13, Новицкий, Юинг. Да, елки-палки, не попал один, ребят. Да что за бред вообще, эй. Ну это нечестно. Так же, как вот это, наверное, да, тоже не совсем честно, конечно. Отлично, 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 отлично. Симулятор. Подростка. Майкл Джордан промазал сверху. Гениально, блин. Грамотный фол, вообще грамотный. Очень грамотно. Все подкуплено. Есть какая-то карточка Джордан Промаш называется, да? А, и Юинг потерял мяч. Вообще супер просто. Юинг при получении уже потерял мяч. Блин, да что ж такое-то, а? Ой, Джордан трешку, зачем? Зачем я это сделал? Это же Джордан. Это же Джордан, черт возьми. Я что-то как-то вообще затупил. Надо же было Джорданом кинуть трешку с этой точки. Он с угла-то попадает. А вот отсюда никогда не попадет. Вот у Рэя очень отвратительный тайминг сделали. Вообще просто фейл какой-то. Maybe with that, the lid on this basket will be lifted for him. And you can tell they're just a little out of sync. I think he just wants to get everybody back on the same page. Yeah, I like this timeout, Greg. I think it's a good one because it looks like they need a minute to talk things through here. Now here's Harden. He hasn't scored yet. That I'm sure will change. The dish to Wallace. Six to shoot. Durant kicks to Harden. It's all in by Ewing. Ewing's got his third rebound on the night. James dishes to Allen. Nowitzki with it. Guarded now by Irving. And there's the feed to Ewing. Тише, тише. James outside.
The screen from you. James wide open. And he gets the shot to fall after coming off the pick. And he came off that screen and he just didn't. Да вы шутите, что ли? Ёлки-палки, ну как он это делает-то им, а? Жесть какая-то, а? Новицкий, the pass to LeBron. Irving again, Novitski to the middle. Here's Ewing, and he turns it down. Он что-то жестко, как Дюран там вообще давит, там просто унижает. Это двушка, по-моему. Ну давай, не тупи, Новицкий мой. Allen's got five now. Now that's a great move to get to the hoop. Awesome. Finger over. Assists like that have typified their effort today. Terrific ball movement. Really a prime example of the difference in how these teams have operated offensively. Much more individual play at the other end. Dirk Nowitzki, he can dish the rock too. James with it. Picked up by Nowitzki. And they double up James. And it's Durant. Нормально подбирает. He's wide open like that. He'll rarely miss those. Почему не подобрали там мяч? Эй. Черт, что он реально мог так забивать? Я вообще думал, что Волос не бросающий игрок. Allen kicks to Ewing. Passes it to Jordan. Goes up the baseline. Да ёлки-палки, Джордан, ну что ж ты делаешь-то? Been a real difficult game for him offensively, and it's costly. That'll wake you up. Is he an athlete or what? No doubt about it. It's almost as if he lives in the air and dunks like that. We've seen Kevin Durant really having a great game. He's on fire. They need to put their heads together and figure out how to get the ball out of his hand. Johnson, he's checked in for Dirk Nowitzki. James with it. George picks him up. 6 seconds separating the shot and game clocks. Allen for the three. Да, конечно, Аллен, лошара, блин. Вообще бомж какой-то. Я не понимаю, зачем я вообще тратил время на то, чтобы его взять. Вообще бомжара. Блин, Рэй, ну что ж ты за лошара-то, а? Зачем они ему такой тайминг сложно сделали, непонятно. Очень долгий тайминг, иногда передерживаешь из-за этого. That is just a careless turnover. You've got to be smarter in those exchanges. Here's George. And that one goes out. The third quarter comes to a close. С нереальной позиции бросал? Че, издеваешься, что ли? Там меньше метра до трехочковой. Как что за нереальная позиция? Куда уж там реальнее? Абсолютно открытый Рэй бросает, ну как сказать, середины.
Ну, не середина площадки, как это? Посередине трехочковой, правильно сказать, естественно. Патрик красавец. Такой лох вообще просто. Просто лошара, реально. Ну вот это просто лошара. Вот это Рэй-Рэй, друзья. Им вообще ничего нельзя сделать, кроме как вот... Его только на лавку посадить, короче, все. Вот если он будет так играть, я его точно на лавку посажу. Печаль вообще. Что за игрок такой, а? И таких дают за 400 карточек. Офигеть просто. Я в шоке. Как он это сделал? Это же, блин, черт побери, это же Деандре Джордан, он нифига не попадает, штрафные. Ну, Джеймс, ну как же ты так-то, брат? Твои броски сейчас так нужны. Один на трехочковую. Черт, двушка РРМ, да. Давай, быстрее. Нормально. We're seeing today what makes him one of the best free throw shooters among the league's big men. Beautiful stroke. Moving against Jordan. Wallace a screen. Irving attacks. No! Fuck you. Ах, печалька. Так, ребят, все, я сосредоточен на игре, пока чат не буду читать, мне некогда. Ой, плохой мой мяч, мяч, мяч. Ой, ёлки-палки, зачем ты с отклонением-то кидал, эй? Деревня. Greg, no problem for me with that call. I mean, he was still sliding right there. And the home team has possession. Сравнял. They played a big fourth quarter defensive, adding only 3 points. And the road back into this game wasn't a short one, but they managed to make it all the way back and tie this thing up. Спасибо. And Greg, I got to admit to you, I mean, I did not think they were going to get all the way back. I thought. Бум! Впереди. Отлично. Собрались. Ой-ой-ой. Ах, нормально. Твою мать! Как же ты промазал-то, а? Новицкий бревно вообще, конечно, в защите. Такое бревнище. Главное, хоть нападение играть умеет.
Спасибо. Красавчик. Вот это было реально красиво. Хоть и мне пипец пришел, но это было красиво. О, красота! Вот это было еще эпичнее. Есть! Рэй, спасибо! Да вы шутите, что ли? Ёб твою мать, толкали прям в спину, блин! Надоело это уже судейство, блин. Почему, блин, в симуляторе такое судейство бомжарское? Блокшот тебе от Джордана. Inside the line. Oh, no good. Nowitzki, that's for two. Now we'll time on, Brett. Time expires. We're going to overtime. Time out in the zone. And we've got more NBA action on 2K Sports coming your way after this break. And what great competition we're seeing so far. Что такое-то? Эй! Да что за фигня опять с этой ёбнутой игрой, блядь! Пипец, у меня уже горит просто. Я нет слов просто. Вот, насколько халтура вообще, а? Просто бесит. Могли бы вообще этот экран выключить, и все, и я бы играл 2 минуты, не видя ничего. Было бы еще эпичнее, наверное. Зашибись вообще. Too much force, it looked like, on the foul, and he's called for the flagrant. And Kevin, that's a pretty dangerous play right there. I mean, I don't like to see a player putting an opponent in harm's way. As much as you just saw him do there, glad they pinned a flagrant on. Yeah, you're right, Greg. The officials were all over it. They weren't going to let him off the hook that time.
And so Durant nails them both. Ben Wallace, he's checked in for Jordan. Overtime still getting started here, just about a minute in. Durant with a screen on Allen. He has Harden with the drive. He used that pick to get in close. Give an assist there, not for the punch, but for the solid screen set on the inside that turned him up and made the layup possible. James kicks to Ewing. Finish off by Durant. And he's just going second chance for him. Just a terrific hit. There was no one that was going to prevent GA from converting that one. Well, clearly this is the kind of game that could come down to one or two plays. He wants to be the guy to make those plays. Спасибо. They have not went for a while, but you have to do so here. Boy, they'd love to retake the lead right now. But try by James. And there's the whistle. Foul hard on the shot. He'll go to the line. So the first one drops in that. Привет, привет, всем, ребят. And both free throws. Good for James. And that's how you do it. Free throws can make a huge difference in a tight game. Inside. And stolen by Nowitzki. The drive by Jordan to take the lead. Да елки-палки, Джордан, блин! Да что ты это делаешь сегодня? Эй! Елки-палки, через защиту просто, жесть! Side Billups feeds it to James. Just five on the clock. Shoots off the screen. Can't cash in. And now the foul is on the clock. Man, you can't let him hold the ball. Just milk those last seconds. Эх ты, черт! That'll wrap
поля почти одинаково, 49-48% попадания, трехочковые. 23 у него, 27 у меня. Что еще интересного? По подборам паритет. Наконец-то у меня нашелся человек, который умеет подбирать. По блокшотам 5-4 вообще офигенно. Вообще все ровно. Вот все показатели практически идентичны. Очень ровная игра. У меня Леброн Джеймс забил 27 очков, Джордан только 12. 11 из 17 забил Леброн Джеймс и один из трех трехочковых. Джордан 5 из 16. Это какой-то худший матч Джордана вообще. Я не понимаю, что с ним случилось в этот раз. Он промахивался вообще все практически открыто. Новицкий нормально, в принципе. Стоудмайер молодец сегодня. Мини-мышь. Рэй Аллен вообще, конечно, Дон Корлеон. Юинг тоже что-то... Ну, хорошо в защите играл, но в нападении не очень. Фу, матч был, конечно, вах.